От бизнес-плана до собственного дела. Пройти этот путь и стать предпринимателями предложили молодым мамам Чувашии. За 5 дней интенсивных занятий они под руководством опытных бизнес-тренеров разрабатывают детальные планы своего будущего дела. Во время образовательной программы участницы налаживают деловые связи и знакомятся с опытными предпринимателями Чувашии. Здесь у нас находится текстильный цех по пошиву кухонного текстиля. Бизнес воочию. Попасть на внутреннюю кухню производства удается не каждому. Участниц проекта «Мама-предприниматель» интересует все. От работы в цехах и наладки поставок до набора персонала и продвижения бизнеса в сети. В чем ваши такие плюсы, которых нет у конкурентов? Вообще ни у кого нет. Только ваша фишечка. Если говорить отличие от обычных мебельных магазинов, которых очень много, допустим, в торговых центрах Мегамол, МТВ, там, ну и по всей России, да, то тут есть возможность уникального заказа того, что нужно именно вот по дизайн-проекту. За 6 лет компания «Фреско Дизайн» заняла свою нишу на мебельном рынке Чувашии и России. Поставки идут по всей стране. Кстати, руководитель компании тоже женщина-предприниматель. Мотивирует открывать дело, развивать свое дело. Глядя на успешных людей, мы как бы, ну, насыщаемся, наверное, позитивом, тем, которым мы можем получить от своего дела, которое откроем. У каждой мамы в голове уже созрела идея своего бизнеса. Она описана в заявке на участие в образовательной программе. Экспертная комиссия отобрала самых перспективных, и сейчас более 20 мам в декрете. И мам, у кого есть несовершеннолетние дети, проходят 5-дневный интенсив. Когда я подала заявку, это было год назад, и я уже начала работу в этом направлении. Вот. Так вот, я узнала через интернет, очень случайно, и оказалось, и мою заявку выбрали накануне того, как открывается моя мастерская. То есть вот с декабря она начинает уже работу. Я увидела на этом предприятии, как выстроен, да, есть какой-то алгоритм вот этого бизнеса, и я вижу, что руководитель горит этим делом, и как все со вкусом сделано, да, мне тоже хочется, чтобы у меня развивалось в таком направлении все. Образовательная программа рассчитана на неделю. За это время участницы программы обучаются навыкам ведения предпринимательской деятельности у опытных бизнес-тренеров, знакомятся с предпринимателями Чувашии, проходят мастер-классы и готовят защиту своего проекта. В рамках проекта у нас выступают опытные спикеры, лекторы, рассказывают об основах ведения бизнеса, как его правильно строить, какую систему налогообложения выбрать, организационно-правовую форму. В Чувашии проект «Мама-предприниматель» реализуется при поддержке Республиканского бизнес-инкубатора и Центра «Мой бизнес». Готовые проекты молодые мамы будут защищать уже в пятницу перед компетентной комиссией. Участницы получат сертификаты, а победительница – грант в 100 тысяч рублей для старта своего дела. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.